Тут как-то по телеку моду показывали. Дефиле. Не видели никогда? Будто где-то по ГОСТ разрыли, оттуда скелеты повылазили под музыку маршируют. Правильно, кстати, назвали дефиле. Так я ходят, говорю, дефиле. Одни мосты торчат, пёс сидел близко, столько костей сразу. Тут мой Надюха говорит, я мечтаю быть такой же, как они. Я аж голубцом подавился. Я говорю, Надя, не вздумай. Я что, извращение, чтобы супружеской жизни черенком от лопаты? Где это видно, чтобы живая баба 40 килограммов весит? У меня собака 60 весит. Женщина должна соответствовать масштабам страны. Вот Франция, страна мелкая и бабы мелкие. У нас страна необъятная и бабы такие же. У нас же бабы все есть. Уральские горы. Ну, а сзади огромные... Забайкалье. С нашей бабой мужик чувствует себя покорителем великих просторов. У моей до сих пор есть места, где я еще не бывал. Ему только 20 лет женаты, еще руки не дошли. В журнале там глянцевом «Зима» в итальянском стиле. И девка стоит лыбится, мини-юбка, декольте до попа. Ты у нас в Сибири так погуляй. И так вот эту мини-юбку снега наведет полные трусы, замучишься выгребать. А муж тебе на ночь уже солью посыпет, чтобы не поскользнуться при исполнении супружеского долга. Я посмотрю, как ты полыбишься. Ну что мы на них смотрим, наши бабы самые лучшие. Ну что их не за мухры, ручки, прутики, ножки, веточки. Мои Надьки в пупо крикнешь оттуда эхо. Наша баба как море, в ней купаться можно. Прыгнул и качайся на волнах. Главное за буйки держи, чтоб не снесло. Наша баба это русское поле, там пахать не перепахать. Бывает так напажешься, что плуг сгибается. Мы на огороде картошку выкопать даже лопаты не надо. У ней левая рука совковая, правая штыковая. А ты вместе шагающий экскаватор. Рекламу гляжу, там этот их заморыш вобла в юбке вещает. Даниссимо. Легкое облако творожка, нежные сливки с кусочками фруктов. Изысканное лакомство и всего 60 калорий. На отечественном телевидении должна сидеть нормальная баба. Красивая, как моя Надька говорит, свиниссимо. Легкое облако сала, нежные кусочки рульки, плавающие в холодце с пельменями. Изысканное лакомство и всего 6000 калорий. Нам их мода не подходит. Решила моя Надюха сделать пирсинг пупка. Пирсингист не смог пробить. Там слой красоты 20 сантиметров. Только дрель сломал, моя даже брови не повела. А это мода. Брюки носить так, чтобы животик был виден. Моя нарядила животик навис над брюками, как козырек над подъездом. Дождь пошел, там детский сад спрятался вместе с воспитателем. А стринги — это издевательство над русской бабой. Взять наши отечественные трусы. Все надежно прикрыто со всех сторон. Враг не пройдет. Граница на замке. А стринги — это ж проходной двор. И главное, не наша баба, мне подходят эти стринги. Это все равно донести два арбуза одним шнурком. Нам их модные закидоны не подходят. Шоу. Устроилась моя Надюха на танец живота. Тренерша я показала, как крутить этим животом. Зря показала. Моя как запустила этот свой маятник смерти. Люди по залу летали, как кегли. Мне главное, уже домой приехали, живот по инерции еще ходил 2 часа туды-сюды. Сыны соседям долбил. У нас двушка была, теперь студия. Пришлось потом перепланировку в БТИ согласовывать. А это мода собачек мелких с собой таскать. Видали, сидит такой кобыздох под мышкой, тявкает. Мне говорит, хочу такую. Я говорю, Надя, тебе-то собачья как блоха. Тебе покрупнее надо, носи нашего волкодава. А этих собак уже наряжает в одежку всякую собачачью. Моя приперла волкодава в собачий магазин, ничего не налезла. Она не растерялась, нарядила в тещин халат. А я дома не понял, что это собака. Думаю, что это Лидия Эдуардовна под диван залезла и кость грызет. А еще Надюха моя нарыла в интернете. За границей сейчас новая мулька.
В ресторане на стол ложится девушка, на ней еду раскладывают, как на столе. Она говорит, хочу так же. Ну, я накрыл поляну. Пупок борща налил в кастрюлю. Колбасы нарезал, сало, картошки нажал и жрал целую неделю. Вся бригада с работы приходила обедать, съели только с одной ладошкой. Остальное стол сам себя доел, слава тебе, Господи. В общем, женщины, девоньки, бабоньки, вы наши самые лучшие, самые красивые. Мы вас любим такими, какие вы есть. Хочется сказать вам стихами, но в стихах я не очень. Поэтому пусть мне поможет Николай Алексеевич Некрасов. Есть женщина в русских селениях с великой душою святой. И нафиг нам запад растленный, где бабы поют с бородой. И пусть заграничные жабы корячатся на дефиле. Родные российские бабы, прекрасней вас нет на земле. Спасибо.